Привет всем! Вот и пришел ко мне долгожданный станок, который я так долго ждал. Это циркулярная пила Vario 702. Вот я решил сделать обзор на распаковку. Только приступим. Еще ее не открывал. Самому интересно, что ко мне пришло. Вдруг это что-то другое. Классно. Видите? 12 месяцев гарантии. Нет. Ну вот, какая она с виду. Значок мне вообще нравится. Ну, пластик, я думал, металл. Вот сюда ставится. Защита тут. И есть. Кнопка большущая такая ставится на рейки, которые, на которых ездит упор параллельный. Вот такая кнопка. Тут так, мотор 3 киловатта. Ух ты, я думал 2. Ну, это приятно. Так, что у нас в этом ящике? Даже не знаю. Надо сразу же посмотреть. Так. А. Это расклинивающий нож. Мне тут нравится его конструкция. Ну, надо будет посмотреть его в работе. Довольно-таки неплохой. Ну, не знаю. Многие его не ставят. Ну, я попробую поставить, а там будет видно. Будет ли он практичен. Так. Есть такой упор тоже отцепление. Так, всякие наводит на защиту на мотор. О, еще пару ключей даже дали. Супер. Вот. Расклинивающий нож. И так, замена пильного диска, это ключ. А, это ручки на штурвале там. И это планка на диске ДАТО. Тут есть функция, можно их будет поставить. Надо будет сначала их приобрести. Так, вроде так. Или так. Не знаю. Ну, это еще мы посмотрим. Как-то собирать не хочется на видео, потому что есть видео, на котором все это собирают. Этот станок весит 167 килограмм по паспорту. Без этих 100-125, без изменительных столов. Консервационная смазка. Да, надо будет ее смыть. Ну и тут также должен быть. Сколько
сторону. Самому его не получится завести куда-то, конечно. Чтобы видеть, что еще можно куда-то. Если не обманули, все. Есть еще функция, и это дополнительно. Колесиков он может двигаться. За мастерской его еще не приобрел. Вот так. Ну, посмотрим. Всем спасибо. Это вот такой станочек. Может, в следующем видео каком-то сниму, как с ним работать. И все плюсы, все минусы уже после его, так сказать, эксплуатации в дальнейшем. Спасибо.